Страдаю аутоиммунным тиреидитом и гипотиреозом. До этого диагноза были роды, теперь не могу забеременеть. Две неудачных попытки ЭКО. Можно ли подозревать аутоиммунное бесплодие? Какие есть виды диагностики, чтобы исключить этот фактор? Были роды. Это хорошо. То есть, значит, до родов все было хорошо. После родов начинается бесплодие. Аутоиммунный тиреидит играет колоссальную роль. И вот у нас была сейчас вот эта юбилейная 40-я конференция Американского общества репродуктивной иммунологии. Там целая секция была посвящена проблемам аутоиммунным. И очень большое значение уделялось вот этим двум факторам, которые очень значимы. То есть это аутоиммунный тиреидит. И, как ни странно, очень важный фактор, который резко повышает риски, которые связаны с аутоиммунными состояниями, это силиконовые импланты молочных желез. И вот эта вот проблема аутоиммунного тиреидита и вот имплантов, она очень значима, потому что это резко повышает целый ряд рисков, которые связаны с аутоиммунными состояниями. И это, безусловно, требует коррекции. И может быть фактор после родов, когда, допустим, возник послеродовой, допустим, метроэндометрит, и в результате этого закрылись маточные трубы, и возникла непроходимость маточных труб, это одно. Иногда что-то меняется там, со стороны спермы, тоже такое нельзя исключить. Но в целом я бы все-таки провел бы, я всегда сторонник того, чтобы, если начинает идти какое-то снижение фертильности, то провести по максимуму обследование, по максимуму.